быть старомодной, быть малым. Состарился человече, не покаялся. Стучите, там и догремите, река огненная. Здравствуйте, мои дорогие! С вами передача «Лавровские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Андрей Фофанов и Екатерина Матвеева. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы уже пишем вторую передачу. Освоились, познакомились. Тема, конечно, для обыкновенного человека грустная. Но для тех, кто духовно растет, для тех, кто спасается. Это, можно сказать, одна из основных тем жизни. Это смерть, переход человека в другую вечную жизнь. Что нас ждет за этим порогом? Люди, наверное, простые, они тоже хотели об этом знать или свой опыт какой-то передать. И, читая Священное Писание, будучи в церкви, они как-то на свой манер это перекладывали. И поучительные такие истории. Во-первых, это они, наверное, для детей были воспитательные такие моменты.
На самом деле, я думаю, что духовные стихи, а мы поем сегодня духовные стихи, это, ну, такой, что ли, простецкая догматика, потому что совсем не все были грамотны, например, может быть, и не могли читать. И очень часто понимаешь, что люди просто недопонимали смысл текстов, которые им читают в церкви, если это был какой-то сложный текст. А вот духовные стихи — это очень просто, прямо вот в образах, можно сказать, на пальцах. Очень простые, доходчивые образы. Ну, как притча. Такое что-то среднее между вот высокой догматикой и пониманием самого простого человека. И при том вот все так, ну, напевно, растянуто. Вот. И человек какой-то как бы в состояние входит в это, да? Ну, когда... Ну, духовные стихи есть очень разные. Есть, например, духовные стихи, которые ясным образом апеллируют к тексту. Собственно, в духовных стихах часто бывает за повторяющимся мотивчиком идет текст. И, собственно, весь смысл этого духовного стиха, он именно в тексте. Его надо слушать, его надо понимать. Он как бы записывается. Да. Человек, он, да? Но это состояние, да, но в котором все равно мозг остается включенным. То есть чем это отличается от мантры, например, да? Мантра — это постоянное бесконечное повторение одного и того же текста, небольшой фразы. Здесь все-таки надо думать. Повторяем. Причем часто нужно думать. Да. А здесь только нижний уровень повторения, а поверх него идет некая история. И вот он нужен вот это для создания состояния, в котором посторонних мыслей нет, а работает уже интеллект. По тому же принципу на самом деле складываются и распеваются былины и старины. Я думаю, отчасти потому, что часто эти тексты были, ну, чрезвычайно долгими, и невозможно просто сделать какую-то там сквозную композицию, если у тебя 40 минут длится текст. То есть ты берешь какую-то мелодическую фразу и на эту мелодическую фразу, варьируя ее, накладываешь следующие строчки. И понятно, что если исполнитель былины и исполняет ее там час или полтора часа, ну, вряд ли он помнит весь текст идеально наизусть. Он скорее его конструирует в процессе пения. С духовными стихами, в принципе, есть, да. У него не просто сюжет есть, у него есть определенные устоявшиеся блоки, которые он по ходу сюжета вот как бы складывает вместе. И он думает, ага, сейчас я исполняю, по-моему, эти ребята, они не выдержат такого, вот я это пару блоков уберу. А вот мы только что пропустили кусок. А дай-ка я тут вариацию вставлю еще. Да. Ну, там есть еще вариативность. То есть можно еще... повторяя вроде мелодию, да, и людям уже знакома она, да, и вот они начинают уже скучать и засыпать. Но тут раз, и там какая-то штучка вставляется, какой-то мелодический оборотик где-то там. Очнулся человек, да? Да, и то есть она вроде бы одна и та же, эта мелодия, но она не одна и та же. Она все равно... Умелый мастер, он поет каждый раз ее по-разному. Он что-то там меняет немножечко. На самом деле вариативность — это вообще чрезвычайно важная штука для фольклора. И это то, что отличает фольклор, например, от нашей вот современной музыкальной культуры. В нашей современной музыкальной культуре чаще всего уже один раз написал, сделал, и точно так и повторяешь. А в фольклоре все с точностью да наоборот. Традиция достаточно жесткая, ничего принципиально нового написать ты там в ней не можешь, но зато каждый раз, когда ты ее поешь по-разному. Если записать фольклорную исполнительницу, она тебе может 4 раза спеть одну и ту же песню, и ни разу не сойдется ни одной ноты вместе. У нее каждый раз будет все по-разному. Ладно, спойте еще что-нибудь. Я сейчас спою сольное произведение. Болгарский духовный стих. Почему именно болгарский? Как это называется? Духовные песни. Ну, во-первых, мне вообще нравится болгарский фольклор. Я как-то его почувствовал, какое-то близкое в нем что-то себе. Я сам родом с юга России, с города Воронежа. У нас своя есть тоже песенная культура, воронежская, белгородская, очень такая мощная и развитая, витиеватая. Вот. Ну и болгары тоже южный народ. У них такие... мелодии достаточно сложные, и ритмика сложная. Вот. И духовный этот стих, он меня заинтересовал потому, что он, для нас он уникальный. То есть он, у нас нет, я не встречал в русских духовных стихах похожих каких-то рассуждений. Я вот примерно расскажу смысл, потому что язык другой, может быть, не совсем понятно, хотя болгарский язык для нас достаточно легко, мы понимаем его со слуха, да. Здесь поется о том, что в раю, ну, в общем, на небесах, сидит Богородица,
и рядом с ней души умерших. С одной стороны сидят богатые, души богатых, а с другой – души бедных. И вот перед богатыми стоит серебро и золото, а перед бедными стоят все райские трапезы. И богатые спрашивают: «Богородица, как же да, вот мы есть хотим, да, почему перед бедными вся еда, а перед нами вот какие-то железяки?» И Богородица им отвечает: «Вот вспомните, когда вы были там внизу на земле, вы давали за, за мерку зерна, да, вы просили серебро и золото, чтобы вам давали. Вот и теперь перед вами это серебро и золото, вот, собственно, вот к чему вы пришли». Понятно. Вот такой смысл. Хорошо. Это болгарская флейта, называется ковал. Сред рая дерво да финово, под дервото седи Божа Майка, на една страна се богати, а от друга сиромаси. Пред богати само сребро злато, пред сиормаси серайски трапези проговорят се богати. Ойте тебе, Божа мале, что пред нази само сребро злато, пред сиормаси серайски трапези отговоря Божа Майка. Знаете ли, помните ли? Кога бяхте надол на та земя, когда вахте вешеник жито, к
как в земах те, сребро, злато, и бисега, сребро, злато. В разных народах есть духовное песнопение, видимо, да? Да, ну, да, по крайней мере, всех практически. Во всех славянских точно. У всех славянских народов, ну, как мы и говорили, в Америке, в Африке тоже присутствует. Вопрос, какую форму это сейчас принимает. Но на самом деле это естественная же штука, да, правильно рассуждать о духовном для человека. И у нас сложилась такая культурная ситуация, что у нас было 75 лет этой советской власти, когда нас старательно отлучали от всего этого. Например, известно, что, собственно, духовные стихи исполняли лирники, которые, ну, там, нищие старцы, но на самом деле не обязательно, бродили из деревни в деревню и с колесными лирами исполняли духовные стихи. Это была целая артель, то есть это была профессия определенная лирника, должен был пройти определенное обучение, научиться не только знать вот все духовные стихи, которые там на тот момент были доступны им, но и самому распевать и импровизировать. После этого вот он становился настоящим мастером. Но эти лирники бродячие все исчезли после съезда лирников в 1937 году. Их просто не стало. Есть такая история. Потому что они несли их традицию, культуру. Собрали, да, их этот съезд, да, их специально собрали. Расстрелять. И вот как бы после этого их печальная не стало. Печальная история, да. И, ну, это даже место это, здесь это расстреливали. Это Казарями это была история. Где это было? Казарями на Украине. И, например, вот лично мне очень известная история тоже про то, что, собственно, ну, такая большая фольклорная волна вообще интереса к нашей традиционной культуре, она где-то 60-70-е годы. И у нас, например, много связано с кафедрой этномузыкологии в консерватории, которую основал Анатолий Михницов. Так вот, люди оттуда, они ездили в экспедиции, записывали что-то в этих экспедициях, но когда они привозили этот материал обратно, если там попадались какие-то духовные стихи, вообще какая-то вот, ну, как бы что-то о духовной культуре, им говорили: это не надо, а вы это, пожалуйста, уберите. Вот записывайте свадьбы, записывайте там лирические песни, а вот это вот не надо. И поэтому, собственно, все, что у нас осталось, это, ну, крохи, я полагаю, по сравнению с тем, что было. У нас остались, ну, то, что мы, видимо, самые популярные вещи, которые до сих пор поются, или рукописные источники, то есть знаменный распев, который, собственно, в рукописях записан крюками, и мы можем это найти. Ну, в общем, если подытожить немножко, да, о том, какие бывают духовные стихи, то можно сказать, что есть вот три источника основных, да, вот так вот учат исследователи, что один источник — это вот эти перехожие галики, лирники, профессиональные певцы. У них длинные духовные стихи, такие эпические, житийные и с каким-то сюжетом. Потом есть источник духовных стихов — это народная среда. Да? Например, были духовные стихи, которые пелись на поминках. И были духовные стихи постовые, которые вот были такие народные, да, общенародные. И были еще один источник духовных стихов — это письменная традиция. И это в основном монашеская среда. Монахи в монастырях, они вот писали книги, да, певческие книги в том числе они писали. Там были монахи, которые знали крюки, и да, они сочиняли, собственно, ну не сочиняли, это называлось распевать. То есть на формулы знаменного распева они раскладывали текст священный. И так появлялись большие книги. И где-то в этих книгах иногда вдруг попадались внебогослужебные песнопения. И вот они нам сейчас попадаются, и мы их поем, и они разного содержания бывают. Они бывают тоже душеполезного, душеспасительного содержания, такого вот постовые темы. Два самых, наверное, первых духовных стиха, по которым, рукописной традиции, по которым можно вообще разглядеть их генезис, это первый — это стих «Седи Адам, прямо рая», который явным образом, как сказать, списан со стихиры
на неделю Адамова, вот перед началом поста, которая была. Потому что это вот просто тот же самый текст стихиры, просто, увы, увы, мне добавили после каждой, после каждой фразы. А второй духовный стих — это стих на погребение иноков. Есть очень большая длинная стихира на погребение иноков. И вот, собственно, она тоже переделана в духовный стих. То есть понятно, по крайней мере, что монастырские духовные стихи, они были рассчитаны на определенную публику грамотных людей, которые как минимум понимают вообще, что, что в этих стихах поется, откуда первоначально этот текст возник. Есть очень любимый нами духовный стих про... Он в рукописях называется «Сей стих о любви». Там целиком цитируется апостол... Вот, апостол Павел. Да, как... Любовь не перестает. Любовь, вот этот вот знаменитый текст о любви. Вот он целиком прямо, эта вся цитата есть в духовном стихе. А у меня есть духовный стих про заповеди Божие знаменного распева. Заповеди Божия воспримем, сице и поживем, алчущие напитаем, жаждущие напоим, нагие облечем, странные введем, болящим послужим, да услышим глас, в страшный день Христова пришествия. Придите, благословенни, Отца моего наследуйте, уготованное вам царствие от сложения мира. Спасибо, Господи. Ну, такое благовествование. Да, может быть, сразу тогда песню, да, и если останется время, еще поговорим. Конечно, так, такой пласт, мы такой открыли кладезь, что можно, наверное, писать, наверное, 10 передач, и не наговориться, наверное, конечно, будет. Конечно, конечно. Я вот хотел просто еще про один духовный стих сказать, очень интересный, который больше похож не на духовный стих, а на гимн. Мы поем с мужским ансамблем. Этот текст, который пелся перед войском, которое шло сражаться. И там идет, как сказать, ну, там такой примерно текст, что не убоимся страха смертного, да, и будем с врагами погаными сражаться, дерзайте, люди Божии, ибо той победит враги, яко человеколюбец, да, то есть уповайте на помощь Божию. И это знаменным распевом, то есть звучит как богослужебное песнопение, серьезное, гимн такой. Тем не менее, это вот как отнести это по жанру, да? И, кстати, не монастырская культура. Вне богослужебное, да, песнопение, но тем не менее, это песнопение такое очень мощное. Благословение. Все свойства, да, богослужебные имеет оно. Вот. Ну ладно. Это тоже наша обработка. Но и не есть.
тому смертная чаша. Своего света мне на тот свет свою жизнь определить, что со мной. Спаси Господи. Андрей Фофанов, Екатерина Матвеева и я, священник Анатолий Першин, прощаемся с вами.